Уличное искусство захватило город. Вот, например, на пешеходном мостике в 6-м микрорайоне недавно распустились яркие цветы. Насыщенные краски, необычные рисунки, интересные локации. Это губкинский фестиваль «Территория». Готовьтесь удивляться. Три мурала уже украсили губкинский в рамках окружного фестиваля уличного искусства. Его инициатор – губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. На фасадах в 1-м микрорайоне появились «Воинская слава» и «Приветливый медведь». В 14-м – «Дети Ямала». Видим очень позитивные, положительные отклики от наших граждан. Мы решили, что эту историю надо продолжать. В этом месяце появится еще 8 интересных муралов в нашем городе, в том числе в микрорайонах Пурпе и Пурпе-1. И думаю, что радовать глаз жителей это будет уже на протяжении последующих лет. Так губкинский впервые проводит фестиваль «Территория». Создавать монументальные полотна будут художники из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Волгограда и Губкинского. Горожане уже могут оценить первые объекты. Это опоры моста на въезде в Пурпе-1, пешеходный мостик в 6-м микрорайоне и мурал на 44-м доме в 9-м микрорайоне. Впереди еще много сюрпризов. В микрорайоне Пурпе все знают водонапорную башню, которая видна со стороны региональной трассы Сургут. Салихард, когда люди проезжают на поезде, когда люди находятся в микрорайоне Пурпе, и мы решили из нее тоже сделать очень интересную композицию. Очень много было предложений, как можно ее преобразить. И буквально через 2 недели, я думаю, все увидят и будут восхищаться еще одним интересным арт-объектом в нашем городе. Идея украсить город большими рисунками нашла поддержку среди горожан. Очень даже нравится, потому что в большие города едешь, и там и на фасадах домов везде все же разукрашено, красиво очень. И я тоже всегда думала, вот бы у нас вот так. И вот говорю, мечты сбываются. Мне понравилось на 14-м микрорайоне, да, дом 41. Очень красивый такой, жизнерадостный, яркий рисунок. Прям очень прям радует глаз. Радовать глаз такие рисунки будут не один год. Технологии покраски шагнули далеко вперед. Краска фасадная, она не боится ни дождя, ни ветра, ни солнца. Ну, я думаю, что 7 лет спокойно рисунки выдержат, даже, может быть, и больше. Город, в котором хочется остаться, в котором уютно и красиво. Таким с каждым новым проектом становится губкинский. Зинаида Исаева, Олег Короткевич, новости Губкинского.